Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого спорта ждет тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем. На этой неделе стартовал чемпионат Республики Татарстан среди вузов по гандболу. В первом туре победитель прошлого розыгрыша Казанский федеральный университет встречался со своим основным соперником Казанским авиационным институтом. По сравнению с прошлым сезоном, команды укрепили свои слабые позиции, пригласив в сборные новых молодых игроков. Матч начался с прессинга федерального университета, который весь первый тайм вел игру с разницей в 2-3 мяча. После перерыва тренерский штаб федерального университета дал указание игрокам играть от обороны. Данная тактика принесла свои плоды. Сколько бы авиационный институт не старался подойти к воротам федерального университета, глухая оборона парировала большинство угроз и выкидывала мяч на контратаке, после чего преимущество федерального университета начало расти. Как итог, 20-17 – первая победа Казанского федерального университета в данном чемпионате. Мы показали новый уровень в игре. КФУ – это чемпионы последних 3 лет. Мы с ними боролись на равных, но единственное, чуть-чуть не хватило. Может быть, времени, может быть, сил. На сегодня мы настраивались только на победу, потому что уже играли с КАИ 2 раза. Уже знаем игроков, кто как играет. Хорошо к ним подготовились, и результат на табло. Также на этой неделе стартовал чемпионат Республики Татарстан среди вузов по мини-футболу. В это воскресенье мини-футбольная сборная Казанского федерального университета на паркете спортивного комплекса «Бустан» встречалась же так же, как и гандболисты, со сборной Казанского авиационного института. С первых минут игры Казанский федеральный университет плотно обосновался на половине поля соперника. У авиационного института не было другого варианта, кроме как встать в глухую оборону в надежде на быструю усталость соперника. Но первыми слабину в обороне дал как раз авиационный институт. Гол на свой счет записал Максим Евстафьев. И уже спустя несколько минут федералы удваивают преимущество. На кураже после первого года «Алмаз» из Басаров открыл счет своей статистики в новом сезоне. Со счетом 2-0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме игра стала более равной и по владению мяча, и по ударам по воротам. Авиационный институт пытался пробить защиту дальними ударами, а Казанский федеральный университет старался вывести нападающего один на один с вратарем. У обеих команд было достаточно моментов забить, но во втором тайме мы увидели только один гол от авиационного института после ошибки федерального университета в обороне. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу Казанского федерального университета. Мы сыграли достойно, сыграли очень хорошо, потому что первая игра всегда сложная, а соперник в первой игре у нас был принципиальный, это КАИ, поэтому настрой был и у нас, и у них очень высокий, очень серьезный. И, слава богу, нам удалось забить 2 быстрых гола в первом тайме, это нам помогло. И концовку мы доигрывали уже более спокойно. Обидно, что пропустили, но 2-1 – это тоже очень хорошая победа. А планируете как-то изменить тактику в следующих играх? Да, у нас будет тренировка в понедельник, и зал уже будет, к сожалению, не «Бустан», будет «Мирас», чуть поменьше, и поэтому там нужно будет вносить какие-то коррективы, чтобы двигать мяч быстрее, чтобы соперник не успевал перестраиваться, потому что зон будет меньше, и нужно будет еще быстрее двигать мяч, чтобы разрывать оборону соперника. А вот тренировка, подготовка к этому матчу как-то отличается от других подготовок? Единственное, что отличается, что добавляются к нам новые ребята, потому что мы тренируемся не той командой, которая приходит выступать на Казанский федеральный университет. Мы играем в разных командах, но на момент спартакиады вузов мы собираемся буквально за 2 недели и уже нарабатываем какие-то стандарты, какие-то действия. И вот как раз последняя тренировка нам очень помогла в плане того, что мы эти стандарты и наработали. Последний вопрос. Что, как по-вашему, помогло вам победить сегодня? Это боевой настрой и сплоченность, потому что если раньше, например, мы играли без экономистов, практически не было физиков, то сейчас у нас сборная всех институтов получалась, и за счет этого мы сплотились и действительно выступали уже не как мы выступаем за свои институты отдельно, а сплотились, и как Казанский федеральный университет выступили, и показали, что Казанский федеральный университет достоин бороться за призовые места и быть всегда на высоте. На этой неделе Казанский федеральный университет проведет еще 2 матча в рамках чемпионата Республики Татарстан по мини-футболу. Первый соперник – Казанский государственный медицинский университет. Матч состоится 20 марта в Центре грибных видов спорта. Стартовый свисток будет дан в 17:00. Второй матч сборной КФУ проведет 24 марта в Бустане. Соперник – Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Начало матча в 12:00. Приходи поддержать свою любимую команду. Чемпионат Red Bull Air Wings по запуску бумажных самолетиков состоялся в это воскресенье в КСК КФУ «Уникс». Участие в данном мероприятии принимали все желающие, а на кону стояла поездка на всероссийский этап в Москву. Кто из студентов Казанского федерального умеет лучше всех конструировать самолеты, расскажет Регина Чепикова. 5 минут полет нормальный.
Спустя 4 года чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков Red Bull Pepper Wings снова вернулся в Казань. 17 марта КСК КФУ «Уникс» открыл свои двери для студентов Казанского федерального университета, желающих продемонстрировать свое мастерство в запуске бумажных самолетиков. Участникам предоставили возможность показать себя в трех номинациях – дальность, длительность и аэробатика. В первую очередь это праздник. Это праздник авиации, праздник конструкторской мысли, праздник, я не знаю, юмора, праздник живых эмоций и, конечно же, обычного человеческого общения. У пилотов бумажных аэропланов было по две попытки, но их судьи засчитывали только в том случае, если бумажная птица приземлялась на посадочной полосе. Примечательно, что спортсмены должны были собрать свои самолетики строго на площадке, используя собственные схемы или же с помощью подсказок, которые подготовили организаторы мероприятия. Каждый конкурсант старался соорудить свой неповторимый авиалайнер, который отличался бы своим строением и уникальностью. Здесь очень много слагаемых успехов. Во-первых, нужно сделать суперкрутой самолет. В этом мне помог суперкрутой инженер. Во-вторых, нужно самолет красиво разрисовать. Обязательно надо звездочки сделать, мы же в России живем, и дать ему имя. Так получилось, что у моего самолета женское имя – Лена. Но можете себе придумать любое другое имя. И, конечно же, я тренировался до этого дома. У меня дом теперь похож такой на авиационный ангар, там около сотни подобных самолетиков. Года стал формат проведения аэробатики. Теперь она проходит в режиме онлайн. Чтобы принять участие в данной дисциплине, участникам нужно выложить в социальную сеть ролик с запуском своего дирижабля. Данное нововведение дает возможность выбрать своего фаворита народному голосованию. И в результате конкурсанты, чьи ролики наберут наибольшее количество голосов, попадут в финал этапа, где жюри сможет выбрать победителя. Участники соревнований проделали большую работу, чтобы продемонстрировать свое мастерство в данном уникальном виде спорта. Это дало возможность зрителям наблюдать за красивой и зрелищной борьбой в спортивном зале. В начале соревнований участники показали стабильные результаты, поэтому жюри не могли выбрать лидеров. Но ближе к середине борьбы в отборочном этапе Ильсур Зиганшин, сумевший запустить свой самолет на 24,96 метра, и Максим Шапко, чей крылатый аэроплан парил в воздухе 8,2 секунды, показали рекордные результаты, что сделало их беспрецедентными победителями. Но, к сожалению, побить мировой рекорд они не смогли. В апреле этого года ребята отправятся в Москву, где сразятся за возможность представлять нашу страну на мировом финале. Регина Чепикова, Екатерина Черкесова. Неделя спорта. Продолжаем тему бумажных самолетиков. У меня в студии организатор квалификационных внутривузовских этапов Ренат Мингалеев. Добрый день, Роман. Ренат, тебе большой привет. Давай поговорим о этом мероприятии. Мы уже привыкли, то, что у нас волейбол, баскетбол, мини-футбол, а тут запуск бумажных самолетиков. Это, да, необычное мероприятие для нашего вуза, для нашего спортклуба. Он проводится уже для нас впервые, но проводился в КФУ не в первый раз, он проводился 10 лет назад, еще в то время в КГУ, в 2009 году. В этом году к нам вышли с предложением Red Bull провести квалификационный раунд в КФУ среди студентов нашего вуза, и мы эту идею поддержали и провели на достойном уровне отборочный этап. Что вот сам расскажешь по этому мероприятию? Мероприятие было очень высокого уровня. Red Bull предоставил нам все возможности для его проведения. Это ведущий, диджей, оформление зала. Все участники были довольны. Это было одно из топовых мероприятий в этом году, хотя год только еще начался. И мы, да, было неплохое количество участников, около 100. Конечно, мы рассчитывали на большой ажиотаж, но выходные, все студенты спят, отдыхают, поэтому мы тоже довольны количеством участников. И победили у нас два студента, которые представляют Институт экологии и природопользования. Могу сказать по цифрам. Ильсур Шакиров отправил самолет на дальность 25 метров. Даже не представляю, я сам метнул на 9 метров. И на длительность полета выиграл Максим Шапко. Это было 8,2 секунды. То есть самолет находился в полете 8 секунд с лишним. Ну, результаты мы это уже слышали в сюжете, который мы посмотрели до этого. А будут ли проводиться у нас в Казанском федеральном университете мероприятия вот похожего направления? Неофициальные виды спорта, вот такое что-то вот необычное, что-то интересное? Пока в планах у нас нет новых мероприятий, но если к нам выйдут с предложением или сами студенты, или организаторы, то мы с удовольствием рассмотрим и проведем мероприятие. Очень хочется, конечно, тоже провести киберспортивный турнир, например, FIFA или Counter-Strike. Но это пока в будущем, мы думаем об этом. Но вот такие мероприятия, они интересны студентам.
и дает отдохнуть именно от более таких спортивных мероприятий, но которые тоже имеют спортивный интерес. Угу. Хорошо, пока у нас есть еще время, спрошу у тебя по гандболу и по мини-футболу. В это воскресенье ребята феерили, обыграли дважды Казанский авиационный институт. Со счетом 17-20 обыграли они гандболе, со счетом 2-1 обыграли в футболе. Твоя оценка нашей сборной? Наши ребята удачно стартовали в этом году в сезоне. Я их поздравляю с победой. Матчи были тяжелые, потому что КАИ очень сильный вуз, что в гандболе, что в мини-футболе. Ребята молодцы, показали свой класс, свой характер и победили. То есть мы довольны результатом, надеемся на дальнейшие победы и думаем, что гандболисты снова докажут свое мастерство и станут чемпионами. А футболистам мы желаем тоже побороться, оказать достойное сопротивление Поволжской академии. Вот как в интервью с вами Денис Давыдов говорил, то, что в этом году в сборной есть как из Института физики, так и со сборной Института управления экономикой и финансов. Ранее такого состава в сборной у нас не было. А твои, получается, предположения, мысли по данному чемпионату, вот так как у нас сборная сейчас скомпоновалась из самых лучших игроков Казанского федерального университета, на каком месте мы остановимся? Я, конечно, рассчитываю на победу, но поставили пока минимальную задачу — второе место. Мы на данный момент, у нас команда собралась очень сильно. Это, пожалуй, одна из самых сильных сборных за последние 5 лет. И мы надеемся, да, на хороший результат. Минимум второе место. Но если мы станем чемпионами, то это будет большой успех. А в гандболе? В гандболе у нас мы чемпионы действующие, мы только должны побеждать. Конечно, мы надеемся только на чемпионство. Хорошо. Вот такое у нас интервью получилось. Ренат Мингалеев был у меня в студии. Ренат, тебе большое спасибо. Спасибо, Роман. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.